Добрый день! Сегодня я всех приглашаю на экскурсию в наш школьный приветственный музей «Исток». Дата открытия нашего музея 1 сентября 2009 года. Создателем музея коллектив учителей и ученики. Руководитель музея Решетникова Марина Васильевна, учитель географии и биологии. Количество экспонатов 350. Основной фонд 300 экспонатов, научно-вспомогательный 50 экспонатов. Сегодня я вам, ребята, расскажу о нашем маленьком музее. Кто в этом музее первый раз? Так, Лиза. Да, вот. А теперь, ребята, посмотрите, что здесь находится. Кто мне скажет? Что здесь находится? Находятся старинные вещи. Старинные вещи, молодец. Еще что? Животные старые. Животные старые, ладно. Вот смотрите, вот это вот все, что было когда-то раньше, да, препараты, утюги, чугунки, да. Вот в этой, ребята, стороне стенды ветеранов Великой Отечественной войны, да. На эту сторону посмотрите, а здесь у нас выпускники школы, да. Ну-ка, ребята, поставьте-ка, да. Первый раздел «История, быт и этнография села». Второй раздел «Минувшие дни, святая память. Годы Великой Отечественной войны». Наливали керосин, да, вот здесь есть фитилек, вот посмотрите, вот есть фитилек, вот. Его зажигали, вставляли стеклянную лампочку и... И при этом свете шили, вышивали, работали, да? Так, нам что еще интересно? Вот это интересно. А здесь, ребята, у нас показано все про Великую Отечественную войну. Вот раньше, ребята, солдаты, чтобы остаться живых, одевали вот такие каски. Ну-ка, кто-нибудь одели, да? Ну-ка, что за каска, давайте посмотрим. Вот, чтобы солдат был живой, да? Вот такие каски одевали, да? Вот еще. Нет, третий раздел «Школьные годы чудесные». В нашем школьном музее есть три отдела, посвященные истории нашей школы. Первый отдел – «Школьное детство». Здесь рассказывается обо всех учениках нашей школы. Второй отдел – это выпускники школы. На этом стенде мы видим всех выпускников нашей школы. Всего за историю нашей школы было 16 выпусков. И третий отдел – директора школы. На этом стенде мы видим всех директоров и учителей нашей школы, которые работают здесь с 1918 года по нынешний день. Четвертый раздел – памятники природы. Гора Хараты и археологические памятники села. Пятый раздел – музыкальный калейдоскоп, где показаны все музыкальные инструменты. Были пионеры, была пионерская комсомольская организация, и были барабанщики, одевали их такие палочки. Они... В школьном музее всегда посетители. Каждый найдет для себя что-то важное. Школьники, учителя и родители все объясним и покажем здесь каждому. И школьные летописи, фотографии, и экспонаты в витринах разложены. Выпускников многих есть фотографии, о медалистах все, что положено. О педагогах, ушедших на пенсию, об учителях, что сейчас здесь работают. Труд их сравнить можно только лишь с песней. Труд озаренный, о детях работают. Память хранится и о героях, тех, что в Великой войне победили,
их ордена и трофеи напомнит, подвиги, что в честь страны совершили. Выставки, конкурсы и конференции, олимпиады и разные слеты. Думаем, будет вне конкуренции вся проведенная нами работа. Посетите наш музей!